Строительство Неманской ГЭС в Верхнебуринском районе Хабаровского края поможет решить проблему с паводками в регионе. Об этом на встрече с губернатором Михаилом Дегтяревым заявил почетный энергетик России Александр Гаркин. Он принимал участие в строительстве Бурейской и Нижнебурейской ГЭС. Неманская ГЭС может стать третьей в каскаде гидросооружений в Верхнебуринском районе. Такая система позволит максимально эффективно регулировать уровень воды во время половодья. Кроме того, новая ГЭС станет дополнительным источником питания для тяговых подстанций электрифицируемых участков восточного полигона БАМа и ближайших населенных пунктов. А в долгосрочной перспективе поможет создать энергомост на Сахалин. По предварительным оценкам, стоимость проекта 100 миллиардов рублей. Предполагаемая мощность электростанции 600 мегаватт. Но с учетом гидрокомплекса этот показатель увеличится вдвое. Хоть цифра небольшая, но по сути дела строительством одной станции как будто две построили по вырабатываемой мощности, по повторному использованию условного топлива, в данном случае воды.